чем же себя занять? Так хочется на улицу прогуляться, но там карантин. Есть решение? Одеваем маску, защитные очки и гулять. Так, стоп. Что же делать, если нет маски и очков? Есть идея. Давайте их сделаем. Для приготовления супер простой маски нам понадобится отрез ткани 47 см на 32 см. Нам не нужно ни шить, ни кроить, ничего. Единственное, это нам понадобятся ватные диски. У меня квадратные, можно круглые, я сделаю один слой. По желанию можно сделать еще. Теперь разместим их в центре и свернем ткань два раза, вот как я показываю. Также нам понадобятся две канцелярские резинки. Одеваем их на наш сверток с обеих сторон. Вот так. Теперь подгибаем с одной стороны ткань. С другой стороны немножко поправляем и заворачиваем вот сюда. Поправляем, чтобы все хорошо разместилось. Ничего не выпало, не выползло оттуда. Поправляем резиночки, придерживая масочку, одеваем. Вот и все. Супер простая маска, всего за несколько минут. Отлично. Идем дальше. Теперь давайте сделаем защитные очки, или вернее защитную маску. Делаем выкройку, как показано на видео. Возможно, идея с очками вам покажется немного странной, и, наверное, вы будете правы. Но хочу вам сказать, что защищать слизистую глаз так же важно, как мы защищаем нос и рот маской. В Таиланде в последнее время можно встретить на улицах очень много людей не только в масках, но и в защитных очках. А что вы думаете по этому поводу? Стоит ли одевать защитные очки и защищать слизистую глаз? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете. Ну вот, наша выкройка готова. Осталось только подровнять немножко уголки, чтобы не были острыми. Но где же взять пластик? Нам придет на помощь пластиковая бутылка. У меня от Фанты, можно взять любую, лишь бы прозрачная. Разрезаем аккуратно, используем ровную часть бутылки. Аккуратно разрезаем. Так, готово. Теперь прикладываем нашу выкройку к пластику. Нужно вырезать по выкройке маркером либо фломастером. Давайте отметим очертания, чтобы было удобнее вырезать. Вырезаем. Так, стоит немножко подровнять острые углы. Пластик довольно-таки острый, чтобы не пораниться. Ну вот. Наши очки практически готовы, осталось всего несколько действий. Так, нам нужна ткань. Нам нужна небольшая полосочка ткани длиной 24 сантиметра. Нужно ее прогладить утюгом по краям, чтобы было удобнее ее подклеивать. Теперь нам понадобится клей. У меня это горячий клей-пистолет, можно также использовать суперклей, любой какой у вас есть. Наносим клей на ткань и аккуратно подклеиваем к ровной части нашей маски. Ой, немножко даже длинновато получилось. Так, и подклеиваем с внутренней стороны. Придерживаем пластик, потому что он сворачивается. Аккуратно. Если используете клей-пистолет, будьте осторожны, он горячий. Так, все, готово. Теперь нам нужна резинка.
резинка 20 сантиметров, тоненькая у меня не нашлось, поэтому разрезаю вдоль, делаю две резинки. Дыроколом сделаем две дырочки по краям для резинок. Если у вас нет дырокола, можно просто ножницами. Протягиваем резинки, делаем узелки с обеих сторон. Вот и все. Это будет наше крепление маски. Все, примерим. Довольно-таки неплохо. Смотрится неплохо, да и защищает, я думаю, хорошо. Класс. Все, я довольна. Примерим все вместе.